Да, это и есть наш украинский твердообразный газ, которым мы и большинство людей сельской местности отапливается уже не первый год. И эта зима для нас не станет исключением. Как говорится, сани готовь летом, так и наш газ еще нужно успеть переработать и подготовить к началу отопительного сезона. А это наш автономный источник как питьевой воды, так и на другие всевозможные нужды. И, конечно же, как вы уже догадались, все удобства в гармонии с природой.